Канал ТНТ приступает к съемкам второго сезона мистического триллера «Чернобыль. Зона отчуждения», который рассказывает о приключениях пятерых молодых людей, которые отправляются на Старой Волге в город-призрак Припять. По словам продюсеров «Чернобыля», часть действия второго сезона будет происходить в США. Продюсер Евгений Никишов рассказал: во втором сезоне сохранится жанровая эклектика. У нас будет фильм-катастрофа и фильм про изгнание дьявола, а также, разумеется, путешествие во времени. Причем даже не в одно, а в несколько времен. Я думаю, что те, кто ожидает интересного, насыщенного событиями повествования, точно не будут разочарованы. Но пока идут съемки второго сезона, внимание у зрителя будет вновь представлен первый сезон, который можно будет посмотреть на ТНТ. Подписывайтесь на наш канал и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира, а также заходите на наш сайт. Всем пока!